вернувшийся опять в доту, и убивают Рошана. Вот да, убьют, они ничего даже не смогут сделать, потому что... Слип у ноги. А, не, БКБ, кстати, у ПЗЗ. Да, под слипом просто должны забрать. Нага должна аккуратно стоять. Просто если БКБ изнет. Так, смотрим, инвокер. Ловят. Нага, будет ли юзать слип? Нужно юзать слип. Да, слип, но инвокер уже умирает. Падает Рошан. Рошан падает, Аегис. Аегис нужно кликнуть. Никто не может кликнуть по Аегису, он лежит. Профит забирает Аегис. Умирает тут же. Ой, там змейки убивают, скандалы. Мека входит очень вовремя. Блин, Роксы просто максимум выжимают из этой ситуации. Все очень плохо сделали. Падает скандал, падает Виндрейнджер. БЗЗ остается с габлаком, падает габлак. БЗЗ все еще жив. Чеширский кот тем временем там под думом. Ой, сейчас чеширскому коту будет больно. Он без Аегиса уже. Да, он уже без Аегиса, это тимвайп, но Йол он все-таки убивает. И может еще убить БЗЗ! БЗЗ спринт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И умирает. 10 человек мертвые. Просто 10 человек. 5 на 5 разменялись. Дабл тимвайп. Я давно такого не видел. Минус 11. Еще и Аегис выбили. Да, вот это жесть. Просто осталось только контролить сумонов. Слушай, реально, такого давно не было. Так, мультикаст пошел сплэшовать. Посмотри, у него просто 300, там, 30 урона. Вот сейчас проблемы будут у Бигнума. Бигнума утащили. Магнус отлично стягивает. Бигнума сейвит. Надо, какая просто невероятная дамага. Ноксвэн, боже. Что они делают? Чувак, я просто... Это разрыв 3-4. Сейчас еще Свен убьет, наверное, Джакира. Ну, не факт. Там сейчас может... Ага, не факт. Еще и Нексус. Сейчас ему... И вот зомби сейчас... Рампейдж. Да. И угорай. Арбалет переключить хотел. Смотри, короче, у нас с тобой есть 20 секунд, пока они все мертвы. Как тебе вот эта драга? Ну, нормально, ничего, слушай. Самое время вот это вот, взрывы за взрывом, убийство за убийство. Да просто жестяк, чувак, это просто большой-большой камбэк. Большой камбэк, мне кажется, все умерли. Да, да, Лода пишет, что у меня мозги залагали, был слишком счастлив. Но он опять впадет в мувики. Да. Знаменитость. Не, ну, момент просто офигенный. Сначала одни нагибают, потом вторые нагибают. Все нагибают. Все нагибают. И у меня просто эта надпись Rampage до сих пор. Попадает, да, то есть все. Теперь он знаменит еще и до конца игры.